Брусника коралл. Вот такой кустик дома я вырастил. В самом начале я веточки развернул, то есть он был на одной веточке, и вот эти боковые я пришпилил. И вот что у меня получилось. Так, смотрим вместе. Так, сейчас я это дело. Отщиплю. Неудобно одной рукой. Ага, вон корешочки видны уже. Вот видите корешочки? И вон они корешочки. То есть получается, что вот эта вот длинная веточка уже почти как самостоятельная. Вот корешочки везде. То есть пошло укоренение, и от этой веточки вон еще побеги вверх пошли. И где у меня тут еще было пришпилено? Вот пришпилка тоже. Тоже корешки чувствую сразу. Вот они, корешочки. Все, вот. Вот корешки. Все, все веточки укоренились. Вот еще у меня было пришпилена ветка. Ну, то есть все вот эти ветки, они были вот. Сейчас я уже спокойно двумя руками буду разбирать, потому что так я могу повредить. Корешки чувствуются сразу, прям только пытаешься двинуть ветку, и есть сопротивление. Ну вот они, вот корешки. Махонькие волосяные корешочки. Это самое главное. То есть данный кустик брусники уже становится не одним кустиком, а здесь можно со временем сделать деленочку. Вот, смотрите, корешочки. Все отличненько. Все, то есть вот этот кустик, вот еще у меня, где, а все в корнях, все в корнях. Вон корешки, корешки, корешки. О, здесь вообще на этом очень хорошенькие кустики. Видите? Корешочки. Вот куст практически самостоятельный. Это из одной у меня получилось. Из одного купленного саженца. И он побег даже пошел еще этот боковой. Все отличненько. Все, сейчас пересаживаю, и будет там у меня брусничник. Все занимаюсь. Вот я его разобрал. Был вначале один, а теперь вот будет расползаться во все стороны. Ну и все. Вот такую грядочку я сотворил 2 на метр. И попозже посажу, когда покажу. Закончил высаживать брусничку, то есть в центре посадил первоначальный маточный куст, который купил, обрезал который, черенков наделал. Черенки очень-очень тяжело у меня приживались. Из, грубо говоря, 2 десятков осталось там 6-7-8 штучек. И такие что-то чахленькие. Не получились они у меня с первого раза. Ну, ладненько. Что получилось, то получилось. Вот. Вот он. Такой вот. И
сам кустик основной. Ну, будем надеяться. Все, в добрый путь.